На втором христианском кладбище отреставрировали памятник еврейскому писателю Мендели Мойхерс Фариму, более известный как дедушка еврейской литературы. Писатель стоит в одном ряду с такими драматургами, как Шалом Алейхем и Исаак Бабель. Писал Мойхерс Фарим преимущественно на идише и иврите. Большая часть произведений классика посвящена Одессе и жителям города. Судьба этой могилы трагическая. Вы знаете, что он был захоронен на втором еврейском кладбище, которое находится напротив территории, где мы с вами находимся. Когда в 70-х годах советская власть это кладбище разрушила, его перезахоронили сюда, поставили этот памятник, перенесли, и могила была заброшенная. И поэтому ассоциация узников гетто собрала средства и восстановила в первозданном виде данную могилу по фотографии, известно, где еврейский писатель Ирма Друкер пришел навестить писателя Мендели Мойхерс Фарима. Поэтому мы это сделали, и для нас это очень важно, потому что если это дедушка еврейской литературы, а к дедушке надо относиться тепло, с душой и с уважением.